Как известно, первое всегда очень сложно выступать. И я предлагаю вам еще теплее встречать наших участников. Тем более, что следующая участница под номером 8 уже появляется на этой сцене. Юлия Поднар. Юле 15 лет, она учится в средней школе города Барнаула, номер 127. Педагог по вокалу Светлана Борисовна Черкашининова. Итак, мы с вами перемещаемся в 1966 год. Леонид Гайдай тогда подарил миру еще один свой шедевр «Кавказская пленница». И вместе с ним песенка про медведей стала визитной карточкой Натальи Варлей. Композитор Александр Зацепин, слова Леонида Дербенева. Песенка про медведей. Юлия Поднар. Юлия Поднар, друзья мои! Ну что же, меня...